Всем хайку, дорогие друзья, с вами, как всегда, Одесс и мой напарник Колдун. Вот, мы пошли дальше, посмотрим, что из нас выйдет интересного. Я тоже тут. Давай, лизни камушек. Уже. Прям через... Да-да-да, как обычно. О, я сейчас хотел выбрать настройки мира, поменять. Ну, неплохо. Еще раз бы заново проходили. Так. Ну, по идее, это должно нас переместить именно туда. Смотря куда ты хочешь. Нормально. А то у меня какой-то баг с этим сетом. У меня почему-то, когда я захожу в игру... Точнее, когда я подключаюсь к твоей игре, у меня только один из трех, и мне переодевать приходится. Mm. О, подожди. Не, я пожертвую FPS-ом. И это при том, что нам выпало кольцо матери, да, которое типа снижает на 15% урон в дальнем бою, да? Ну да. Причем мне нравится. Я знаю, что говорят о корневой матери, но она приглядывает за всеми нами всегда. И за тобой будет приглядывать. А камень мудрости, знаешь, что делает? Повышает получаемый опыт, да? Написано следующее. Говорят, седина — это признак мудрости. Скорее, знак того, что ты прожил достаточно, чтобы наконец чему-то научиться. Опыт наше все. Сказано мудро, но думаю, нам это не поможет вот в этой схватке. Я, честно говоря, я не знаю, мне просто... Мы можем сейчас попробовать с ним потраить, но типа это нас не заморочит, для нас это нормально вполне. Мы мазохисты, и, наверное... Ну давай попробуем потраить, просто мы можем пойти покачаться, если что. И как раз таки я вспомнил о том, о чем я хотел, чтобы мы не забывали. Как раз таки, когда я тебе сказал, что надо зайти в игру, нам надо прокачать хилку. А, да. Да-да-да. Ну уж, что теперь? Все, без нее. Травим по хардучу. Какую-то из этих записей вы увидите. Наверное. Но, видимо, не это. Что это такое? Но это не точно. Я что-то косой сегодня. Ау. Не, конечно, с перекатов в голову попадаю, но... Ау. Мне почему-то кажется, что я косой. Воп-в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 оп
здесь не бежит никакой чувак, который хочет меня там полапать. Так, на shift ты говорил, да? Да. Ух ты, я крит нашел. У этого дебила есть крит таки? Ну, либо это рандомно, я просто не совсем понял, что такое желтое. Нелегко. Уязвимое. Одно из уязвимых мест! Так, ну мы его пробуем с двух сторон. Я очень сильно мажу. А я не могу в него выстрелить. А я не могу в него выстрелить. Я в рукопашку уже начал драться, потому что они меня достали. Окей. Во-во-во, что-то здесь жарко стало. Но он на мне пока что. Так, ну сегодня трай проходит лучше, чем проходили вчера. Вчера он у нас... Точнее, позавчера, когда мы там пробовали. Мы в прошлый раз по двух боссов убили. Видимо, много за раз было. Третьего-то. Я почему-то думал полечиться или попробовать его добить. Наверное, надо было полечиться. Да нет. Потому что мне кажется, что сейчас ты до меня не добежишь. О, винтовочки, патрончики. Ну, кстати, патрончики. Ты можешь зато спрятаться за стеной. В чем плюс? Но правда, он прям вот не за той стеной ты решил спрятаться. Держись. Ну, ты сделал свое дело, красавчик. У тебя есть хилка. Дело свое сделал, теперь можешь уходить. Да, у меня есть хилка, я тебе могу, в принципе, даже. А, это хилка, да, есть хилка. Come on.
Ух ты. Она очень жесткая. Хилка, да. Ох ты хорош. А, я коннективит включил. Погнали. Ай-яй-яй-яй. О, кстати, здесь же приседи тоже можно стрелять. А. А я, по-моему, труп, а я, по-моему, труп, а я, по-моему, труп, а я, по-моему, жив. Нет, я труп. Он меня все-таки догнал. А я попробую тебя оживить, но чувствую, что сейчас мне будет больно. Хорош. Пробуем жить. Я сейчас патрончики горячие подрублю. Я тоже уже. Он горит. Надо перезарядиться. Где-то сзади кто-то нас бьет. Больно бьет меня. Вот это, по-моему, уже все. Уж слишком он неудачно появился. Плюс тебя еще сзади еще один стреляет. Добей этого и попробуй. Я не знаю, как-нибудь. Давай, 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 давай. Пробуй, пробуй, пробуй. Сука, вот он мразь-то, а. И папа-то пошел. И папа-то такой, да, такой. Я разобрался. Мне кажется, надо было принять драку в начале, чтобы мы бились друг с другом. У меня почему-то такое ощущение, что мы дали бы какой-то, знаешь, мы убили бы, кто-то убил бы друг друга, и нам потом такой дали бы баф. Такой, вы молодцы, и такой, держите, короче, снижение ронда от френдли. Прокачать это до 20-го, это бесполезную фигню. Да-да-да. Оп-оп-оп-оп-оп. Да чтоб тебя. Меня реально бесит, как он стреляет, и у него прям вот дичайший... Отбросы вот эти вот. Отбросы, да, те еще. Причем он на любом уровне это делает. Да чтоб себя. Я не скажу, что он прям очень много хп этим отнимает, но вот... Он не отнимает, он просто дэшит. Он впритык отнимает, скажу так. О, очко талантов. У меня пока нету. Ни очка, ни талантов. У меня просто очко, видимо, было раньше, поэтому. И талант вышел раньше. Где он вообще? У меня. Подгорает. А я того. Не надо того. И этого не надо. Вот вы конченые-то, а? Топориком на женщину, мрази. Так, я масхил, в принципе, могу использовать. Да, только где ты? Не, бежу, ты где? Вижу тебя. Давай, бегу к тебе! На самом деле, у меня половина до него, если честно. Перекатывайся! Уже поздно об этом говорить было. Скажу тебе так. Ну, уже четверть осталось. В принципе, если я найду еще парочку. И почему тут тупик, скажите мне, пожалуйста? А, потому что там тупик. Я просто их не вижу. Я не могу и подсветить их. Но они тут. Где-то тут. Короче, вот это очень... Силочка, скоро. Так подойдет? Терпели. Надо было просто сидеть в своем углу и хиляться. Ну, да, да. Я только тактику нашел. Ну вот, я, кстати, тактику нашел. Частично можно вот за вот этими хренями прятаться, но будет его бить кто-то один. Ну я его убью. У меня получается. Я этот. Просто на кого он типа выйдет? Тут вот в чем проблема.
Первому сейчас попадет, а это буду я. Я сижу, я научился уклоняться от его. От дэши? От дробовика, да. Нет, мне не нужно снаряжение. Мне не нужно снаряжение. Отстань. О, какой он прикольный. Он тебя уже? Ты же вроде научился. Меня обычно убили. Я от них убежать не смог. Я пытался долго поменять оружие. Я потом случайно открыл инвентарь. Почему здесь тупик? Он вот это поле попал. Да пошел ты, сука! Привет. Да пошел ты, сука! Привет. Да пошел ты, сука! Да пошел ты, сука! Я вижу, как он выглядывает. Да, блин! Хоп, это сколько осталось? Мне это нравится. Но самое главное, я это сделал, понимаешь? Этот момент точно надо будет вставить потом. Ах ты ж, мать-то. Твою мать! У меня проблема! Что? Что здесь происходит, боже? Спасите меня. От второго удара не уклонился, сука. Зарублю, мрази, просто. Не хватает места. Я коннективит включил. Угу. Ну, прикольно. Я просто не понимаю, где эти мрази иногда. Меня это прям подбешивает. Так я ж подсвечиваю вроде. Не. Не всех почему-то, кстати, правда. Его ты, например, не подсвечиваешь. Вот теперь подсветил. Не. У меня на секунду была подсветка, потом пропала. Так, рядом со мной какой-то мразь есть. Выжил вообще. Согласен, проблема. На тебя идет. Я его не вижу теперь, кстати. Он вон там, где обычно мы крысили. Нелегко было. Не, ну чувак жесткий, жесткий. Прикольный, но сука, кей. Так, есть что, масхил готов, огонь готов. Окей. Угу. Масхил по возможности. Просто скажешь, я подбегу. Я тебя, кстати, не вижу, я тебя не вижу. Да я прям рядом с тобой был. Я умираю. Я просто от него бегаю, сейчас я подхил сделаю. А, возродиться у камня, прикольно. Почему я умер? А потому что вот эта мразь. И вот эта мразь. А вторая, правда, хуже. А ты умер, потому что у меня нету, да, хилок. А мне насрать! Я под хилом! Надолго ли? Уже нету, но... Не насрать! Видал? Я
Я плюс-минус понял, когда от него надо уклоняться, но не всегда. Типа, ну, это... Да просто он из укрытия выглянул, значит, уклоняться пора. Ну, да. И пафос, пафос такой, пошел просто. Ладно, пора прокачать мое очко. Да, давно пора. Знание старца, плюс 15%. Ладно, пойдем качаться тогда. Не осилим мы его пока, но это будет в серии, наверное. Ну, я постараюсь, короче, эти нарезки оставить отдельно. Как ты собираешься качаться, мне интересно. Как ты собираешься качаться? Ну, дальше по сюжету именно пойти, а не вот... Ну, ладно. Не вот это вот все. Чего мы тогда не телепортировались? А там знаешь, сколько сейчас народу будет? Знаю. На них и покачаемся. Я добрел, что мы качаем доп. Опыт. Ну? Качаем опыт ради опыта. Мне это нравится. Это не скоро заживем. Он в меня целился, а ты его добил. Командная работа. А то. О, собаки. Ну, эти нам уже не страшны, кстати. Так они нам до этого вроде не страшны были. У них, кстати, еще элиток всяких нет. Нафиг ты в него выстрелил из дальнего? Он там уже убитый был. Мне так прикольно. Мне так нравится эта снопа. Скорость перезарядки к ней только. У меня вопрос. Он бил тебя, попал по мне. О, очко и мне теперь. У тебя теперь есть очко. 12.25. А, нет, 10.5. Перекат. Доберманы жесткие, я тебе скажу. Перекат, отмычка. Доберманы? Я разберусь и умру. Я сказал, доберманы. Когда вышел погеройствовать немножко. Меня сейчас убьют, кстати. Да не убьют. В крит попал и не умер. Только туда не заходи, он там это. Так поднимай, ты что здесь ждет, главное такой? А ты жук. В смысле, я у него стреляю? Так в смысле, ты мог за стенкой встать и поднять? Во, воля к жизни мне дали, смотри. Надо перезарядиться. А, что такое? Сейчас скажу. А, кровоточащая рана плюс 5, кровоточащая рана плюс 10. Что это такое, талант? Да. Почему тебе дают талант, а мне нет? Не знаю. Мне и очко дали. Несправедливо. Ну, как мне... Короче, я читал про саму игру на форумах. И там люди говорят, что иной раз настолько это дичайший рандом по всем вот этим талантам и прочей фигне. А, то есть они рандомно именно выпадают? Да. Там просто какой-то левел, грубо говоря, и тебе выпало. А там, ну, например, чтоб ты понимал, есть вот фигня вот эта вот как раз дух, да, который мне выпал просто потому, что ты ко мне присоединился. Понял, да? Ну... Короче, талант, который позволяет заряжать модификаторы. Ну, скорость зарядки модификатора. А-а-а. Так вот. Там одному чуваку, например, выпал в начале игры. А второму он не выпал вплоть до конца. Некуда класть. Поэтому это дичайший рандом. Некуда класть. Понял. Но пока мне что-то на него не прет.
Да чтоб тебе! Я просто 4 раза подряд промазал. Косой. А ведь нам еще надо дальше, ну, типа, еще и обратно потом возвращаться туда же. Да. Потому что по мелким перемещаться нельзя. Главное большую точку запомнить контрольную. Так, сейчас, секундочку. Таланты. Бонус к опыту. У тебя на сколько он, кстати, прокачан? На 6. Не, на 9 уже. Ну, потому что ты там очки скопил. На что-то. Скопил на что-то очки. Я не знаю, на что-то там копил. А мне... Я не хотел копить, я качал стойкость. Я не копил. Я просто не видел, что они у меня появились. Вообще жук. Или видел, но забыл. Насколько у тебя... Не стойкость, а бодрость вкачана. Сейчас. Я не могу сейчас посмотреть, извини. Как это не можешь? Ну, я гружусь. Да не верю. Я тебе говорю, приколи. Я тебе не верю. Блин, большие локации он долго загружает. Так, стойкость на 4, бодрость на 9. На 9. Писец. Когда у тебя... Ты ничего не качал, кроме бодрости, у тебя бодрость 20-ку. Да ладно. У меня макс левел, я сразу хп себе вкачал. Так, это еще что за черти? А, это маги. Именно. А, их там два сразу, воу. Надо перезарядиться! Ну мне хоть попадать легко. Как и в их заражении, если ты еще не будешь передо мной ходить. А можно я буду ходить? Ходить можно, но не передо мной. Блин, тут не заберешься. Грёбаные дроиды. Ага. 520 голову. Неплохо. 189. Так, нам главное понять, куда нам надо. Но я-то помню, куда нам надо. Потому что карта здесь есть, и она вот тут. Нам надо... вон в ту сторону. А вот нифига, у нас мигает в двух местах. У нас что-то мигает? Да, у нас на М, если нажмешь, у нас мигает в разных местах. Нет, я нажал на М, у меня, видимо, карта по новой прогружается из-за того, что к твоей игре присоединился. Ну, короче, тебя вести, я так понимаю, да? Веди, но я как думал нам туда, типа. Ну вот отсюда мы пришли. Отсюда мы пришли. Нам куда-то в ту сторону, да, и вниз. Аккуратней, сзади идут на нас черти. Заряжаю! Ты, кстати, можешь его снять, наверное. Кого именно? Уже никого. Я прямо пошел. Я там же, где и ты, только снизу. Угу. Вижу мага. В голову попал. Я тоже вижу мага. Сзади еще у тебя. Убил. Нет, снопа вообще отбойная. Ну, дробовик тоже. Нет, дробовик вообще топовая вещь тут, но... Надо для разнообразия чем-то... Похилиться хилочкой хочешь? А, не против. Там здоровяк тем более. У которого я так не понял, где крик. Где-то в плече. Подгорай, дорогимый, подгорай. Ты огненный включил? Да. Я смотрю, у нас хороший коп. Одновременно огненный включать. Боже правый. Ну, а что он стакается? Ну, это да. Ну вот, мы типа... Мы просто вот здесь вот сохранились. Да, мы вот тут сохранились.
Да, и там, по-моему, проходы, я вот не помню, был проход или не был. Были там проходы. Мы да, вот здесь был пошли. Закрыт, и нам нужно, получается, в ту сторону. А нам вот туда. Да, и потом вылезем с другой стороны и как раз откроем. Так, здесь, кстати, давай сохранимся, наверное, а то я что-то побежал. Так, лизнули камешек, побежали дальше. Да. Я, кстати, думаю, банку на опыт пить или не пить? Ну, давай выпьем. За ваше здоровье. За твое тоже. А какой мы у тебя, тут, кстати, на Т-левел, ну, ранг таланта? 35-й. У меня просто каким-то чудом 38-й. Талант, когда новый получаешь, халявный, тебе плюс один ранг дается. А, да? Да, это считает все твои левелы, так сказать. Уровень, ну, талантов. Так, семерку вкачать по-маленькому, пока есть время. Тебе выстрелить голову, пока есть время. Блин, я в перекате могу почему-то перезарядиться. Сзади, 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 сзади. Этот черт напризывал. Последнего не могу убить, очень мало хп. Около тебя прям. Убил. А, он его сам... А, стоп, ты его убил? Да. Мне показалось, его свой же убил. Не-не-не. Да, у меня снопа. Если я начинаю перезаряжать ее, я могу перезарядиться в перекате, лол. Добил? Очень удобно. Не зеваем, враги могут быть рядом. Так. Могут. Патрон для пистолета подобрал, в принципе, вроде все норм. Да. Ну, довольно прикольно, кстати. Даже сейчас вот было, то есть, ну, вроде враги не очень сильные, но... Такие специфичные. Да что, что ж ты кашляешь-то? Бедненькая. Заражен ты. Да я вижу. Я просто не понимаю, как это убрать. Либо с помощью масла банка такая черная, либо давай попробуем перезайти. Да нет. Точнее, зайти в новый. То есть у тебя на каждый эффект есть зелька? Ну да, и на каждый баф есть антибаф. Ну, что-то типа того. Чтобы сменить оружие, нажмите X. Не знаю насчет смены оружия, но на контрольную точку, я думаю, нам надо. Контрольная точка. Пепельный двор. Звучит. Угу. По сути, мы встретили только одного босса. По сути. Ну, да. Из двух возможных. Ну, хотя почему? Ну, получается, этот же тоже боссом считается. Который вот сейчас вот, ну, типа этот, дебил? Да. Нет. Знаешь, что я хочу? Почему не? Он тоже босс. Он считается он босс. Как Синька. В Диабло. Ну, я понимаю, но у него хп такие жесткие. Иди сюда. Просто вот второй босс. Иди сюда. Что? Ну вот иди сюда. Ну что? Ну что? Ну пойдем. Куда ты меня зовешь? Я? В укромный бункер. Зачем? А, хилочку прокачать. Пойдем все-таки возьмем хилочку, да, перед боссом. Ну ладно, давай по харду. 4 хилки, 3 хилки. Не-не-не-не-не, давай этот. Ну ладно. Посцакуем, да? Да. Это называется перестраховаться. Перестраховаться. Ну посмотрим. А ведь могли бы и без хилок. 30 да, забегов. Да, вообще без одной. Чисто без хилок пройти. Челлендж. А ведь есть, наверное, проходят же люди. Ну, сто пудов. Понятное дело. Но не мы. Либо без смертей люди проходят. Да. Тоже челлендж такие. А, рад тебя видеть. Можно я с тобой? Я просто хочу посмотреть, у меня кованого железа все еще нет, а железобычного я набрал много, кстати. Прикольно. Иди уже. Чё за... Чё такое? Я с ней поговорить не могу. С кем? С бабкой. Вестник. Я поговорю. Прими этот дар, дитя. Да, окей, я улучшил. До встречи.
А, все, теперь могу. Да, давай. Видимо, только я могу активировать бабок. Бабок и бабки. Ура, 4 хилки. Активировать бабки у бабки. Полапаем кристальчик и на босса. Не к одному, так к другому. Ну, да. У нас же типа это... везение. Dark Souls. Угу. Не, ну конечно, самой игре до хардкорности Dark Souls пока далековато, но... Как не, такое? Я тоже не говорю, что это про хардкорность, я говорил, что это, поэтому... Ну, хардкорность на последнем уровне сложности. По схожести некоторых механик. Ну да, но я говорю, хардкорности по последнему уровню сложности, насколько я знаю. Да. Меня печалит то, что мы на самом деле в одинаковой одежде ходим. Почему одинаковой? Ну да ладно. Смотрим ролик, видимо. Привет. Напоролись на дракона. Вы везение. А я даже не знаю, я знаю тут обоих боссов. Я второго просто тоже видел, но... Я не знаю, кто из них хуже, честно скажу. А-а-а! Эти еще и поджигают, окей, я понял. Так, ну криту я у него вижу. Она у него на пузе. Да, логично. Я туда даже попал два раза. Так, ну от фаерболов уклоняться вообще изично, вот от этого, наверное, не очень. У тебя, походу, не такой сложный босс пока что, если просто надо от фаерболов плавать. Ну не только, вот я подгорел, например. Поджигатели. Я думаю, сейчас будет больно, и надо, наверное, прятаться лучше. Почему? Он что-то сосать там начал. Я не знаю, кто что сосет. Но у меня тут конъюнктивит. А, горение, 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 горение. Вау! Давай, ты деревянный же, да? Гори. 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 О, он и стеночки ломает, прикольно. Да, он все ломает. Машины, стеночки. А! Да как я в огонь-то попал? О, он себя, видимо, чем-то кинул. Ой, вот это мне не нравится, он реально сосет. Вот. Мне кажется, он хилится от огня. Может быть. Попал. Ой, я ему даже в криту прописал. Но он пока на мне. Да, я вижу, на мне тут всякое дерьмо. Окей, тоже неплохо. Окей, тоже неплохо. Окей, фаерболы. А, да блин. Да какое горение, мужик. Не думаю, что ты мужик. Да откуда у вас столько-то, блин? Вы мне хоть дайте отхилиться, что ли? И такое ощущение, что... Я не знаю, что он делает, конечно, но... Критон свой неплохо открывает в этот момент. Опалитель. Не пали меня. Просто вот эти мелкие мобы, я не знаю, я пробую просто с ними сражаться, потому что они меня прям очень жестко... Ну, бей, типа, пока я босса ковыряю. Мне хорошо сдали его ковырять. Вблизи, я думаю, тебе не особо его ковырять. Очко таланта. Плохо. Мне еще не дали. Я его уронил, по-моему. Уже, но он что-то длится. А, я... Короче, против них огонь использовать нельзя! Против поджигателей нет. Против босса тоже, я тебе скажу. Это бесполезно. Ну ладно, ну ладно, ну ладно. О, он еще и летает. Нет, не летай, не летай. Да ты... Да похиляюсь. Я, короче, пытаюсь в эту хрень попасть, но я что-то все время мимо попадаю.
Не гори, пожалуйста. А, все, да, у меня проблемы. В плане? У меня нет патронов. А. Вообще. Хилочку? В смысле? Не, хилочка мне не нужна, у меня патронов нет. Бей в рукопашку, чувак. Босса? Босса тоже. Сомнительная идея, сомнительная идея. Кажется, у меня проблема. Вот, надо бы запутаться. Хоть я понял, хорошо. На хилочке. Хорошая хилка, да? Чётенькая. Называется ГГВП. Понятно, короче, на этом боссе умирать вообще без вариантов. Чё типа того? Я не знаю, как я тебе буду. Бесполезно, бесполезно. У меня ноль патронов. Блин, больше умираешь из-за каких-то глупых, таких вот рандомных вещей, чем от каких-то систематичных взрывашек. Мне норм, да, я знаю. У тебя штаны там не коричневые? Нет. Да, уворачивайся, уворачивайся, уворачивайся. А, в бок. А есть смысл ворачиваться в другую сторону? Ну да, если он юзает повсеместную атаку. Мне ж не до столько его довести. Давай проверим твои штаны на коричневость. Хорошие штаны, прощай. А был шанс, кстати, был. Нет. Если у тебя остается столько хп, ты не успеваешь перекатываться. Ты догораешь. Я же говорю, я умер от рандомной его атаки. То есть, глупо абсолютно. Но штаны у меня не коричневые. Да, не остальные. Зато яйца стальные, да. Да, да, да. Ну, согласись, это было красиво. Я ж не спорю, моментов-то красиво тут много. Хотелось бы не только на этом боссе проверить красивые моменты. Хотелось бы не только на этом, и еще и твои как-то зацепить красивые моменты. Мне бы хотелось бы таланты, знаешь, вот какие-то новые, а то что-то со старыми надоело. Не понял. Окей. Так, я не понял, как меня подгорело, ну ладно. А от чего угодно? Не знаю. Блин, как хорошо критовать-то стало. Можно так почаще? Да так, чтобы... Это был последний трай. Очко. У меня чуть не подгорело, да. От того, что у меня очко? Да, и от этого тоже. Ой, зачем я стреляю? О, пока, друг. Нет, живи. Ты что, стрелять с одних нечего, что ли? Ну, как бы есть чем. Только совсем неудобно. Ну знаешь, дракон тоже не совсем удобный. Так, те хилочки нам понадобятся, хилануть пока вот этой. Я не ссы, давай я тоже. Давай пока коряжек. Я рожден для этого. Коряга-выноситель. Угу. Monster Killer! И учитель драконов там на вторую жизнь, там не знаю, я умер. Нет, я жив, кстати. Надолго ли вот вопрос? Пока да.
Я не могу это утверждать, но я хочу это утверждать. Потому что я хочу жить. Привет. Как твои дела? Да мои вроде норм. Потихоньку трачу то одни, то другие патроны. А у меня тоже их не особо много. Ой, это атака! Я промахиваюсь. Так патронов немного. Я промахиваюсь. Я на всякий случай стараюсь просто по ним прям целиться. Могу и зануть хилку неподалеку от тебя. Здесь, например. Допустим, только сразу убегаем. Ну ты похилься немножко. Я тебе поэтому говорил, сразу убегай. Не хочу. Пусть не хочет. Прямом, не хочу. Не хватает места. У меня тут лежат винтовочные патроны. Мужик. Так, попробую его сбить. Да ладно, кстати, не обязательно. Нам тут не, понимаешь, не взбивание дело. Потому что я горю. Как же, как, какой же я горячий. Не, не очень. Уже нет. Быстро остываю. Так, а почему он на мне опять? А, привет, коряга. Не хочу, чтобы он на мне был. Мне это не нравится. Пусть он будет под тобой. У него этот. Сбил. Хорош. Ох, ну погнали, веселье. Так, я даже сяду правнее. Так, уже уклоняйся. Как крит включу. Привет. Я не особо хотел бы, чтобы ты мне подбежался. Ага, это огнемет. Блин. Прячься. А, да? Я понял тебя. Ага, и опять прячься. Да, я был прав. Я даже сейчас еще раз специально проверил. Это очень хорошо, потому что я успеваю делать по нему выстрел. Перед тем, как он прячется. Ты вот говори, пожалуйста, это и только... Прячься. Нет. Нет, стоп, это... Я понял тебя. Это даже лучше. Это даже можно не прячься. А вот теперь прячься. А теперь прячься. Шкерься, я бы сказал. Ну, я бы сказал бы молись. Таким боссом. Хотя в инквизиции мы были бы рады. Прячься. Прячься. Но я, кстати, у него сбил эту хрень. Ну потому что это типа еще стадия, я не хочу еще стадию. У меня патрон, кстати. Сегодня косяк. Прячься. Нет. Или да? А, нет, я его сбил. Я его сбил. Вот теперь стадия. Вот теперь он что-то злой. Деска. Понял. Он на мне. Это главное. Прячься. Кажется, у меня проблема. Лечись. Не могу. Прячься. Или нет, это не та стадия. Это была стадия урона, которую мы провахляли, потому что у меня нет патронов. А теперь прячься. ГГ. Не хотелось бы. Ну, походу, да. Фаербол. О, давай, 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 давай. Давай, твою.
Да я ж тебе говорю, у меня ешка почему-то отменяется. Прячься! Спасибо. Так, теперь, пожалуйста, только на корягах, я пытаюсь дракона убить. У меня патроны потому что появились. Прячься. Попрятался. Так, криты вызываем. И умираем. Хилься. Не знаю, как комфортно. Хилюсь, хилюсь. С хилками проблем нет, еще одна даже. Прячься. Так, да. А вот я почему-то не успел, кстати. А теперь урон. Ну, прячься! Нет! Умирай! Да! Добрати меня! Быстрые руки, кстати. Это перезарядка, по-моему. Столько талантов, да. Да не пищи, пожалуйста. Че, какую-то фигню дали из материалов? Пылающее сердце. Пылающее сердце? Это из него, по-моему, как раз таки оружие делается. Не этот, а не модификатор. Ой, я просто дальше. 15 знаний от старца. Быстрые руки, кстати, очень хорошие, особенно. 20 мне. Знаний от старца, и это максимум, плюс 35%. Да, я был прав, 35. Просто чисто математика. Не, ну весело же. Ну это было прикольно. Не, он легкий. Он легкий. Он легкий. Он напрягает рандомным горением. На самом деле, как здесь говорили абсолютно все про эту игру, здесь напрягает только ады босса. Ады? Да. Ну, мобы, которых босс призывает. А, да, на самом деле да. Но я понимаю, зачем они сделаны. На самом деле сумоны здесь сделаны только для того, чтобы тебе патроны дропали. Ну, да, да. Ну и немножко для усложнения. Ну да, они на самом деле бесят. Мне больше взрывашки бесили, чем эти. Ну, с этими полегче, с одной стороны. Но ты просто не понимаешь немножко, как с ними нормально работать. Есть такое. Но, скажу честно, даже при том, что на этом боссе подгорало... Мне понравился больше, чем первый. Он прям не по виду понравился, и по механике. Но он интересен. Просто того мы точно видели. Как ну, обычного моба. С пронзанием просто не, этот, не поняли. На самом деле, как я почитал, есть два вида боссов. Один, как ты сказал, босс данжа. И он выглядит просто как усиленный моб, который мы первого видели. Да. И вот ты залагал. Бандит, говорю, еще тоже такой же. Меня слышно же? Да-да-да, вот теперь слышно. Вот, а именно босс-босс глобальный, это вот как дракон. Так, ну в принципе можем... А, го на это, го на базу. Зачем? Оружие смотреть или модификатор? Думаешь, есть что? Думаю, есть что. Ладно, и закончим на эту серию. Да, в принципе. Серия длиной в жизни, блин. Серия длиной в жизни дракона. 3 часа мы колупали опулом. Самое интересное, знаешь, как хочу? Я хочу попробовать просто записать все прохождение разом, залить его на канал, и потом просто выпускать там по серии по 2 в день. Чтобы не получалось, как было раньше. Нет, типа, это хорошее, просто тут вопрос только в одном, в твоей памяти на компе, вот и все. А я его сразу готовлю и заливаю. А, ты имеешь в виду, ты сразу залил, но выпускать ты будешь... Да. Так тебе он... Это невероятно. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Погоди. Какие-то диалоги. А ты не робкого десятка. Мне удалось завалить дракона. Типа, босса. А, давай поглядим. Дракон убит? Дракон славно. Убит? Славно. Теперь убей остальных. Теперь убей остальных. Ну, бабу, все, в принципе. Ну, давай глянем. Да, это оружие. Береги себя. Нам дают оружие. Я не вижу. Иди уже. Ну, теперь... Очень классно, по идее. Значит, по идее, вместо... Да, это пистолет? Это пистолет. У него, кстати, если что, есть такие оружия, у которых есть собственный модификатор, который нельзя с ним что-либо сделать. Все, закончили. То есть, ты сейчас крафтил оружие, у него есть свой модификатор, и ты его...
Ну, я понял. Только надо понять, посмотреть, что там вообще за модификатор, по сути, стоит. Так, спускает пламя корневого дракона, которое накладывает эффект горения. Огонь. Огнемет, короче, который он делал на пол хп. Я просто думаю, на что тогда мне поставить хилку. Ставь на... Вот и все. На что? На дробовик, говорю. А, ну хотя да, огненные же у нас типа уже есть. Причем он пассивно стреляет огненными пулями. То есть без всяких модификаторов. Ой, я могу сет поменять. Я могу поменять этот сет. Квиты это классно, но я хочу стамины побольше. Блин, ну у него всего 21 урона, и это такое себе, конечно. Это ПП. А, это пистолет-пулемет? Пистолет-пулемет, это нормально для его. Етить. Да. А, нет, я вспомнил, это не огнемет. Это фаерболы. Береги себя. Это фаерболы, которые он выпускает. Выпускал нас. Только у него три заряда, может быть, по-моему. То есть на боссы или на элиток вообще классно, на самом деле. Ну ладно, оставим, чё нет-то. О, у тебя получилось? Ха-ха! Дракон побежден, и родилась новая легенда. Всегда в тебя верил. Пич, после каждого босса они нам будут, типа, говорить всякие плюшки. Да, комментировать. Так, ничего интересного. Ну, Вулкан, конечно, клёвый. Это огромное чудовище в городе. Нам в каком-то степени повезло с боссом. Но этот был настоящей проблемой. Ну, против дерева, ну да. О, она кристаллы теперь пытается. Да, знаю. И кованое железо. Ой, а кованое железо надо. Вот его скупать, желательно. Ой, я знаю, что я куплю. Привет, мужик. Ты что-нибудь прокомментируешь? До встречи. Нет, ничего не комментирует. Не, он мне прокомментировал. А, окей, я хочу просто купить пару хлопотенов. Дракон проиграл. Дракон мертв. Но это ты и так знаешь. Твоя кожа пропитана смертью. Я рада, что разорвала связь не напрасно. Чем теперь разбитый сосуд сможет помочь? Так. Прими этот дар. У нас, по-моему, нет улучшения никакого, ну да. Да, симулякор мы не находили. Подожди, а где? Она у меня, кстати, не продает кованое железо. А я его купил, все, ты же сказал скупить. Ну подожди, а кристаллы ты покупал? Нет. А, окей, я понял тогда. Там типа только одному кому-то дается. Хе, ну ладно. Ну, это не очень прикольно. Ну да, на самом деле не очень. Я знаю, что за босс мог быть вместо дракона, и, по-моему, с него луду. Я фиговей. Благодарна вам за труды. То, что ППшка это прям... Огонь! Погоди, погоди. Теперь будет легче выбираться за припасами. О, нам благодарны. Нам все благодарны. Кроме, наверное, того, который в центре стоит. Ну ладно. Ну, дробовик плюс ППшка. Да я к тебе вообще не прихожу, я вообще молчу. Снапа плюс ППшка. Не, ППшка вообще клевая. ППшка плюс дробовик, чувак. Да. Причем она под дистанцию обоим неплохая. Да. Там ППшка неплохая вроде дистанция. Надо будет сейчас переместимся посмотреть. А у нас типа вариантов не будет, мы в любом случае будем смотреть. В смысле? Ну типа мы с ней стрелять же с ней будем. Не, в снаряжении хотя бы посмотреть, там показано вроде дальняя стрельба. Ну, там показано 15 метров. Да. А, ну да. В два раза меньше, чем снопы. Не, ну ППшку ты протестишь, тебе понравится, я думаю. По крайней мере, лучше, чем пистолеты. Что это? Чё за на...
Здрасте. Такого Дарксайдес не было. Не, ну там была одна башня, которую тоже в церкви. Ну это в церкви было, но не здесь. Дратуйте. Дратуйте. Ты хоть записываешь? Да, я не останавливал. Давай даже проверю, погоди. Да, я не останавливал запись. Окей, заходи. Заходим. А можно мне так же? Если что, ребят, сорян, мы попрощаемся с вами титрами. А ты где? А, поочередно запускается. А. Одновременно нельзя. Блин, здесь красиво. Чем-то напоминает, кстати, этот Вархаммер. Мне много чего напоминает. Мне напоминает... О, тихо. Трещины в стенах растут, окружают меня. Человек, ядро сгнило. Корень заражает все. Зачем ты отвлекаешь хранителя? Неважно. Шансы успеха ничтожны. Стражи уничтожены. Пожиратель на свободе. Лабиринт дружится. Я могу лишь сдерживать эту силу. С другой стороны, у тебя может получиться. Хорошо. Входи и ищи. В лабиринте есть все пути и бесчисленные возможности. Если твой путь существует, он внутри. Да, время есть. Корень угрожает всем мирам, поэтому в каждом из них есть защитник. Стража одолеть непросто. Когда страж гибнет, корень поглощает мир, становясь сильнее. Гибель нескольких стражей открыла путь пожирателю, и он сделал корень невероятно сильным. Я хранитель. Я погибнул последним. Это место похоже и одновременно не похоже на мир. Нерушимое ядро, которому не нужен страж. У меня нет ни знаний, ни ресурсов, чтобы дать ответ. Корень не пришел бы без приглашения. Корню помогли. Намеренно или случайно, это уже не столь важно. Пожиратель стер стража лабиринта. Теперь только я сдерживаю бесконечное гниение. Увы, время не поможет одержать победу. Это престол миров, построенный на ядре. Основа всего. В лабиринте есть все ходы, все, что были, и все, что есть. Некоторые потеряны или уничтожены, но все они внутри. Но, как бы там ни было, это все, чем я могу помочь. Если я вмешаюсь, твое дело будет обречено на провал. Но, как бы там ни было, это все, чем... Стоп, а куда нас переместило? Походу лабиринт. А. Вау, смотри, наверх. Ты про небо или про... Про четырехруких. Непонятной головой причем. И мне чем-то напомнили фильм... Пирамидскали какие-то. Не, автостопом по галактике там похожая была хрень. Не помню уже. Гениальная машина, которая знала ответ на самый главный вопрос. Не, ну так, конечно, лабиринт я не думал найти. О, дар хранителя получили. Что он дает, кстати? Сопротивление стихиям. Неплохо. Стоп. А, неплохо. Они редкие на самом деле, вроде как. Только вот дракон отвидали. Так. Ну что, куда пойдем? Я предлагаю... Фиолетовую хрень вон туда вот куда-нибудь попробовать. Давай. Ага. Я хотел к другой фиолетовой хрени. Ага. Чё? Вы погибли. Да ладно.
да. Хочешь, попробуй? Я не могу просто погибнуть, я не знаю почему. Ты не можешь вниз свалиться? Нет, не, подо мной дорогу строят. А, я упал. Это было очень странно. Я возражу тебя, друг. Сходили к фиолетовому порталу. Тебя аж выкинуло. Да, меня аж выкинуло. Ладно, пойдем давай внутрь все-таки, раз тебя там убивают. Страшные полы. Хотя, мне кажется, к золотой комнате нам точно рано. Ну, давай попробуем. What is it? Ничего? О, книжка, журнал. Угу. Почитаешь? А чё так? Давай. Не с моим голосом. Так, а где тут порно? Там на X можно нажать и типа... Да-да-да, я это и нажал. Ром, январь 1990 года. Прошел уже год. Год с тех пор, как Эвелин вбила себе в голову что... И пропала. Ром, черт... Ром — это чертова пустошь, но она вселяет надежды. Люди здесь боролись с корнем и победили. Я могу многому научиться. Возможно, даже узнать, как навсегда покончить с корнем. Или как помочь ей. Угу. Ром, март 1993 года. Если не ошибаюсь, это мое четвертое по счету путешествие сюда. Цитадели заперты, и их охраняют самые ужасные существа, которых я когда-либо видел в своих странствиях. Мне пришлось искать информацию в другом месте, у народа, называющего себя Акари. Сколько сейчас Надин? А, что? Сколько сейчас Надин? Надин. 20? Надин, я просто не знаю. 20, 21. Эх... Только запомнишь возраст, как он уже меняется. В любом случае, она отдаляется от меня. Она уже несколько месяцев не хочет путешествовать со мной. А вчера она спросила, почему я продолжаю поиски. Я объяснил ей всю важность, но... Она не хочет, чтобы я вернулся домой и защищал блок 13. Не понимает, что именно этим я сейчас и занимаюсь. Я должен сделать это. И я должен сделать это один. Узнай корень... Над чем я работаю, а от нас бы мокрого места не осталось. Окей, запнулся. Яэша, февраль 1995. Яэша, как же здесь красиво. В те мгновения, когда меня никто не пытается убить. Не будь тут столько опасности, я бы осел здесь на старости лет. Даже Яэша, март 95-го. Фауны были гораздо более гостеприимными, чем во время моего первого визита. Во всяком случае, некоторые из них. Похоже, мне удалось сблизиться с нищими и рабами. В сообществе фаунов между ними и знатью огромная пропасть. Это длится уже много веков, однако близятся перемены. Фауны поговаривают о восстании. Одна из них, Навун, попросила моей помощи. Но что я могу сделать? Яэша, апрель 95-м. Это просто нечто. Я не особо разбираюсь в революциях, но если мне известно хоть что-то, то фауна не вообще не смыслит. Их история не знает восстаний или освобождения рабов. Фауны никогда не выступали против бессмертных и их императрицы. Что до меня, то я американец. Свержение деспотической олигархии привычное для нас дело. Я рассказывал им о нашей войне за независимость, гражданской войне и даже о движении за гражданские права. Простые вещи, но они цеплялись за каждое слово и жаждали подробностей. Что случилось после бостонского чаепития? Как работала подземная железная дорога? Что такое протест? С каждой историей, которую мне удавалось вспомнить, в их глазах все ярче разгоралось пламя. Я едва помню первое предложение геттисбергского послания Линка. Но каким-то образом в этом мире я стал зачинщиком революции. Теперь все, что им нужно, это оружие и подготовка. Ты пропал, кстати, если что. После слова оружие и подготовка. Дружу. Ась. Все? Я слышу. Дочитал? Нет. Тут много на самом деле. Ром, август 95-го. Я умер. Это уже началось. А, это уже случалось.
смерть еще во время первого вторжения Корни, но тогда я думал, что это случайность, что это как-то связано с Костелапом. Но нет, это произошло на самом деле. Я умер, но теперь я снова живой, словно ничего и не было. Кстати, остерегайтесь Идри. Это те, кто с красными кристаллами вместо лиц. Их лучи способны пробить камень. Я больше не повторю эту ошибку. Возможно, это сделала Эвелин. Звучит как бред. Но пожертвовав собой, она как-то защищала блок 13. Что если она каким-то образом защищает и меня? Я мог бы спросить ее, но... Нет, я не получил бы ответов. Эвелин больше нет. Теперь это просто корень, и он желает мне зла. Боже, а если это какое-то проклятие? Что если они в насмешку наделили меня бессмертием? Впрочем, не важно. Я могу использовать это. Корень не знает, чем я занимаюсь. Зная не это, я бы ни за что не получил такую силу. Но эта сила одна из причин, по которой именно я должен раскрыть тайну. Только я могу покончить с корнем. Ром, сентябрь 2001-го. Боже правый, понадобилась целая вечность, чтобы расшифровать то, что Акари пытались донести до меня. Но я наконец-то узнал, как они победили корень. Бессмертный король разнес свой мир к чертям ядерным оружием. Это объясняет опустошение мутантов. Но ведь должен же быть и другой способ победить корень, правда ведь? Я рассказала Надин о методе бессмертного короля, и зря. Теперь она считает, что мои поиски еще более безумными. Беспокоится, что я начну задумывать о ядерном оружии. Смех да и только. Интересно, где бы я его раздобыл? Ром, июнь 2007-го. Господи, да не стреляйте вы... Что? Да не стреляйте вы мутантам из улья в голову. Это злит и пчел, и мутанта. Сначала нужно разобраться с телом. На будущее возможно. Ром, январь 2011. Я стал дедушкой. До сих пор не могу поверить... В это. У меня есть внучка, Эллен Форд. Хотел бы я порадоваться этому, но с рождением Эллен вновь начали спорить с Надин. Она снова просит меня вернуться в блок 13. Ну ладно, допустим. Я больше всего на свете хотел бы жить со своей дочерью и внучкой в покое. Это поможет вести войну на Земле, которую мы так и так проигрываем. Я должен взять секрет корня и уничтожить его источник. Да, я пока не знаю, как это сделать. Но я много узнал за последние годы. Например, что корень обладает коллективным сознанием. Это ведь уже что-то, правда? Значит, где-то может быть главный разум, который мы могли бы уничтожить, если найдем его. Так или иначе, я не могу сидеть в блоке 13, командуя добытчиками и сборщиками. Так никому не поможешь. Надин и ее муж сами отлично справятся с этим. Это важная работа, на которую я, впрочем, больше не гожусь. Я должен закончить свое дело. Я Эша, март 2013. Это Навун, отличный лидер. За последние 20 лет она сумела поднять на бунт немало простых жителей рабов. Знать не оставила это без внимания. Разумеется, я не остался в стороне. Примерно раз в год я заглядывал к ним, помогал с оружием и тренировал солдат. Думаю, теперь меня здесь разыскивают, но мне не привыкать. Куда бы я ни направлялся, монстры повсюду пытаются прикончить. Попал? Не, это пауза. Ром, апрель 2024-го? В последнее время мне кажется, что я прихожу в Ром, чтобы спрятаться, побыть наедине. Представляешь? Негостеприимный, пропитанный радиацией край стал для меня роднее, чем блок 13, моя семья. А Эллен в детстве, она была такой милашкой, но теперь становится все мрачнее. Теперь она вместе с Надиной испытывает разочарование в одни. Нет. Возможно, мне следовало остаться в блоке 13 и поближе узнать ее. Но я так близок к цели, я чувствую это. Корень может остановить, и для этого необходимо уничтожить всю планету. Ой, прошу прощения. И для этого не обязательно уничтожать всю планету. Оговорочка такая. Неплохая. Да, я найду способ. Если не я, то кто? Новое что-то. Корсус. Август 25 года. Я не узнаю это место. Я перебрал в памяти все проекты Датла. Ау. Со спящим и Аэша, Ром, Габриэль и Касс, морозильник Клементины, тот темный мир, на котором надеялся Харсгард и Касса. Но все они выглядели иначе, либо мы никогда не связывали спящего с этим миром, либо были проекты, о которых я не знал. В любом случае, отправляться сюда небезопасно. Возможно, именно поэтому я так долго откладывал путешествие в это место. Но у меня почти не осталось вариантов, это риск, на который я должен пойти. Корсус, сентябрь 25-го. Уровень знаний технологий местных жителей крайне низок.
Но вот что странно, я нашел остатки инфраструктуры древнесельского хозяйства. Раньше у них было некое подобие цивилизации, они развалились. Но теперь все заброшено. Что произошло? Корсус. Март 26-го. Даже не знаю, иногда мне кажется, что есть в этом мире что-то зловещее. Возможно, его захватил корень или какой-то другой похожий вид. А иногда мне кажется, что это просто чертово вонючее болото, и я впустую трачу здесь свое время. Нужно искать хранителя, о котором я слышал. А быть может, я просто скучаю по Нади и Эллен. Сколько я их не видел? 2 года? Впервые я так долго отсутствую. Нужно поскорее возвращаться. Надо только следовать еще пару мест на болоте и попытаться разузнать побольше о хранителе. Вот тогда я вернусь. Черт, в этот раз осталось в блоке 13 на несколько недель, чтобы наверстать упущенное. Корсус, август 26-го года. Ну, наконец-то! В этом чертовом болоте я нашел того, кто готов поговорить со мной. К сожалению, все, что она делает, это восхваляет добродетели своего мира. А мне лучше других известно, что это все полная чушь. Она называет себя королевой, постоянно вещает о единстве и просвещении, но ничего не рассказывает о том, что это за искал. И говоря уже об истории ее народа. Прошлое ушло, повторяет она. Единственное, что не имеет значения, это... И все это в таком духе. Видимо, мои прежние подозрения были верны. Что-то здесь не... Две еще истории. Корсус, январь 27-го. 5 месяцев поисков и разговоров с этой проклятой королевой. Я мог бы тем же успехом биться головой об стену. Она не горит ни о чем, кроме своего чертового искала. Но меня не интересует ее культ. Даже если это сулит новую информацию, даже в Москве пропаганда не была такой агрессивной. Я так не... Ты меня столкнул в итоге? Я хотел тебя подвинуть аккуратно, получилось, что столкнул. А там 2 истории осталось, мы хотим после истории. Я и хотел после истории. Я как-то слишком агрессивно тебя толкнул, сорян. Жук. В Москве не было такой пропаганды. Согласен. Ау. Это, кстати, выстрел в голову был. Ха? Ау. Ау, я горю. Нет, у тебя сопротивление. Кстати, дай посмотрю. Сопротивление. Да, 4 целых сопротивления. Отстань. Дай дочитаю. Ты же сказал, что ты не будешь читать. Ну уж ладно, последний дочитаю. Последний, ты говоришь? Да. Корсус, январь 2027, 5 месяцев. 5 месяцев поисков и разговоров с этой проклятой королевой. Я мог бы с тем же успехом биться головой об стену. Она не говорит ни о чем, кроме своего чертового искала. Но меня не интересует ее культ, даже если этот сулит новую информацию. Даже в Москве пропаганда не была такой агрессивной. Я так ничего не узнал. Прошло уже почти 3 года с тех пор, как я в последний раз был в блоке 13. Стоит признать, на болоте меня постигла неудача. Поиски хранителя могут продолжаться. Поиски хранителя могут подождать. Нужно возвращаться домой. Надин устроит мне взбучку, как пить дать. Но сейчас я буду этому даже рад. На этот раз я проведу в блоке 13 целый месяц. Чтобы они не думали обо мне, будет здорово снова увидеть дочь и внучку. Эша, ноябрь 2029-го. Думаю, это конец. Хватит с меня земли, корня, матери. Всего этого. Оставлю это сообщение здесь на случай, если кто-нибудь захочет узнать, что со мной стало. Я собираюсь найти Навун и сделать что-нибудь полезное, если хватит сил. Не самый худший способ дожить отпущенное мне время. Что-нибудь наверху неплохо нашел? Почитай. Да я не иду. А, я просто предлагаю все-таки не фиолетовую сходить, мне потому что кажется, что нам как раз по сюжету. Ну, а мне золотую... кажется, мы тут. Мы... То есть, типа. Ну да, мне кажется, нам как раз вот сюда. А, окей, они открылись. Тогда ладно, поняла. Да, я хочу, типа, попробовать. Они просто закрыты двери. В допки пойти. Пойдем направо, направо мы еще не были. Да пойдем. Там красный какой-то портал. Красный там, кстати, же не обозначается сложно, да? А, давай патроны восстановим, кстати. Вряд ли. Патроны. Патроны, у меня пол хп нету.
Это нормально. Так. Он уводит куда-то вправо. Это ж не к боссу, да, сто пудов? Нет, такое ощущение, что это выход. Нет, это перемещение в другое место. На крышу этой хрени. О, я понял тебя. И переход куда-то в еще другое место. А, вот тут уже закрыто. Нужен ключ, да. А, тут ключ нужен. Мы же выживем, да, если упадем? Не знаю, можешь попробовать. Прыгай за мной. Не, серьезно, прыгай за мной, смысл. Ну, ты типа воскресишься там же сразу. Какая разница. Так дольше. Неважно. Но зато твой персонаж побудет в кадре, да? Да. Че, как это? Я поумирал, теперь тебе пора. Ожидание остальных игроков. На тебе. Не теперь ты поваляешься. Так, а фиолетовая, она также получается закрыта, интересно. Позже. Эти вот сюда мы не ходили. А, тут ничего нету. Ну и ладно. Ну, короче, скорее всего, мы здесь и закончим. Типа, мы не будем заходить внутрь туда, но... А это, наверное, перемещение в тот... Перед порталом, да. Закончим. Сейчас я проверю как раз. Да, там, походу, такая же фигня. О, блин, ну здесь прикольные статуи пирамид головых с огромными мечами. О, неплохо. Мечи, да, тоже мечи-косточки, тоже. Чувак. Мечи-косточки. Причем нужны то ли один... О, зато здесь есть что почитать. Всем, кто читает это, держитесь подальше от зиккуратов. Императрица Фавнов... решительно настроена против гостей из других миров. И знать усердно исполняет ее волю. Даже простые фавны избегают тех, кого называют Пакультек. Я подружился с повстанцами, но даже они могут бросить на незнакомцев неодобрительный взгляд. И даже если вы каким-то образом завоюете их доверие, то станете врагом для всей, для всех прочих обитателей джунглей. Эша, это тот самый мир, который я посетил еще во времена блока 16. Фавны тогда были неприветливыми, но это отчасти была и наша вина. Безо всяких предупреждений вторглись в их мир, избегали их, действовали тайно. Их реакция была вполне оправданной. Я не повторю эту ошибку. Это было, господи, почти 30 лет назад. Интересно, жива ли Навун? Это, видимо, невидимо. О, кстати, портал-то с этой стороны открыт, смотри. Отсюда видно. Желтенький. А, лол. Главное, правда. Ну, вот тут наверху, да? Да, чё бы, чё не обойти бы, а? Зайти бы с другой стороны. Через кустики, да? Ага. Пока. Сука. Я тебя ненавижу! Я облегчу твои мучения. Мучением, блин, облегчит, сволочь. Ну ты застрял. А пошел ты. Короче говоря, ладно, ребят, мы поднимаемся наверх и оставляем вас с этим миром наедине до следующей серии. Вот такие вот дела, вот такие мы добрые. Скорее всего, кстати, те два мира, которые внутри, они тоже описываются. Ну, типа, еще один портал. Даже этот портал описывается, но прочитаем мы уже в следующей серии. А пока, всем пока!